Yeah, ay, yeah, ay. Сегодня для футболистов созданы все условия на Сантьяго Бернабеу. Погода тоже не портит картину, так что ждем отличный матч. Меня зовут Георгий Черданцев. Со мной, как и всегда, мой коллега Константин Генич. Всем привет! Испанский футбол сегодня в прямом эфире. Встреча в рамках Ла Лиги Сантандер нас ждет. Это Реал Мадрид против Атлетико Бильбао. Какие у тебя ощущения насчет сегодняшнего матча, Георгий? Вот, честно говоря, у меня ощущения очень хорошие. Команды неплохо готовые, здорово смотрятся в атаке. И я предвкушаю хорошую результативную игру. Хамес. Хамес Родригес с мячом. Накрывает этот удар игрок. Отдает мяч сопернику Тони Кросс. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяин. В воротах Тибо Куртуа. В защите Серхио Рамос сыграет с Рафаэлем Вараном. Казимиро с первых минут вместе с Тони Кроссом в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Бензема. Отличный момент есть! Надежен Куртуа! Посмотрим на состав Атлетико. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Если в этом матче домашняя команда победит, она возглавит турнирную таблицу. В этом есть и важный психологический момент. Занять первую строчку, почувствовать себя... Очень грубо в отборе сыграно желтое тут может быть. Итак, самое начало матча, а рефери уже достает горчичник. Да, решил не шутить с самого начала и обозначает допустимый уровень нарушений. Похоже, сегодня нас ждет предельно чистая игра. Подавать он отсюда будет в чужую штрафную. Навешивает в штрафную. Очень вовремя защитник играет на вынос. Тащит он мяч вперед сейчас. Удача. Где-то там есть Бензема. Защита первая на мяче. Вынос. Марсело Вьейра. Кросс. Отлично он удар блокирует. Все верно. Выносит он мяч из своей штрафной. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Удастся ли выжать максимум из этой ситуации и завершить контратаку забитым мячом? К сожалению, продолжение этой контратаки мы не увидим, потому что мячом уже завладел соперник. Итак, смотри, парни-то все известны. Что они нам сегодня покажут? Вильямс! Невероятный сейв! Красивый повтор мы с вами видим. И удар хороший, и вратарь великолепный. Но мне кажется, забить таким ударом можно было бы только, если бы вратарь ушел в раздевалку. Да, великолепным дальним ударом обладает этот игрок, но и вратарь в порядке. Великолепный удар, но и вратарь ведь не просто так зарплату получает. Он подает в центр штрафной. Жаль, затянули немного атаку, и все, момент упущен. И как он дальше мячом распорядится? Блокирует защиту удар, собственно, выполняет свою основную функцию. После игры вратарь наверняка его поблагодарит и, наверное, обнимет и даже расцелует. Получится у них контратака здесь. Бейл. Нужен навес. Интересно, куда дальше мяч пойдет. И стараются противники накрыть мяч уже в штрафной. Отдавать мяч нужно, есть кому. Можно провести контратаку. Долго возились с мячом, соперник уже успел все свободные зоны перекрыть. Дани Гарсия. Не получилось у них мяч удержать. Перехватывает мяч соперник. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать тут.
Арбитр назначает штрафной. А вот и отложенный штраф. Не очень частое явление в футболе, но бывает и такое. Да, и очень здорово разобрался арбитр. Не стал останавливать игру, дал доиграть эпизод. И после только остановки на матче выписал желтую карточку этому игроку. Играет в пас команда. Венисиус штрафную подает. Навес на деревню дедушки. Ибай Гомес. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Из-за боковой ведут они мяч в игру. Микель Сан-Хосе. Иньего Мартинес. Серхио Рамос хорош на перехвате. Нельзя давать пространство такое Реалу на фланге. Могут хозяева подать сейчас. Карим великолепно защитник сыграл сейчас. Реакция у него что надо, да и чутье не подвело. Оказался в нужном месте. И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг, вне игры. Опасно может быть. Нет, офсайд. Арбитр на линии стоит с флажком. Шире игру стараются развернуть. Мяч на фланге. Уильямс. Микель Сан-Хосе. Дани Гарсия. Чисто отобран мяч. Никто из команд не спешит рисковать в этом матче. Действует очень аккуратно. Стараются играть внимательно и прагматично. И пока, будем откровенны, футбол у нас не очень зрелищный. Подача от Бейла. Ну, не знаю, на что он рассчитывал, выполняя этот навес. Хороший пас. Что тут получится? Мунин. На ближнюю штангу навес. Искал он партнеров, но нашел только вратаря соперника. Реалу дают пространство на фланге. Это чревато. Без мяча остается Реал. Соперника в итоге мяч оказывается. Росс. Его удары такие плотные, что обжигают вратарям ладони, даже когда они в перчатках. Очень внимательно нужно сопернику играть на подборе. Потому что если отскок перед штрафной достанется Тони Кроссу, мяч придется выгребать из сетки. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Отдает он мяч партнеру. На Бейла подача. Хорошая была ситуация, вот только навес этот у него явно не получился. Не смог Кросс передачу отдать, перехват. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Тони Кросс. Карим Бензема. Тони Кросс. Свисток промолчал, значит можно продолжать игру. Первый тайм завершен, на табло нули. Начинают второй тайм команды. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Бензема. Есть шанс выйти вперед. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Тони Кросс и двое около него. Вратарь в прыжке забрал мяч намертво. Бейл. Есть такое понятие в футболе — фитнес-статистика. А вот и ее король. Бензема. Не просто всегда играть головой, и сейчас не получилось у него попасть в створ. Думаю, хотел бы он сам этот момент переиграть, но удар у него совсем не получился.
Микель Сан-Хосе. Теряют они мяч. Реал идет к воротам соперника. Тем временем соперник перехватывает мяч. Игра остановлена штрафной. Игроки мадридского Реала ведут мяч в игру. Хамес Родригес. Родригес. Замена готовится в команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Карим Бензема. Казимиро. Казимиро! И это гол! Выходят они вперед! Отлично сыграли, и ничего удивительного. Они умеют это делать, как-никак. Лучшая атака лиги именно в этой команде. Гол назревал. Они лучше играли, чаще угрожали воротам и, наконец-то, добились своего. Это было неизбежно. Да, конечно, они пока выглядят намного лучше соперника и полностью контролируют игру. Игра возобновляется после гола Реала. Микель Сан-Хосе. Андер Капа. Отлично защитник на фланге сыграл. И вот-вот на поле появится свежий игрок, замену у гостей. Ну и посмотрим, что принесет эта замена. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Защитник перехватил передачу. Мяч у них на чужой половине. И это шанс забить. Удар. Точно. Лидеры в счете, можно позволить себе такие укрепляющие, я бы сказал, замены. Имеет тренер полное право. Дани Гарсия. Муньяи. Верчича. Идут в атаку они. Нужен навес. Очень надежно в защите сыграно. Отдает он передачу. Тащит вперед мяч. Опасно это может быть. Отбивает мяч Куртуа. Отличный шанс есть для контратаки. Такое ощущение, что за Реал сегодня болеют как никогда. Вы посмотрите, как здорово сегодня поддерживают мадридскую команду. И как он дальше мячом распорядится? Ибай Гомес. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Из-за боковой ведут они мяч в игру. Замена будет у нас. Иско. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Бензема. Бензема катит мяч вперед. Проход партнеру. Угловые будут подавать. Мяч после рикошета ушел за лицевую. Навешивает кросс. Совсем не получилось у защиты надежно сыграть здесь. Теряет мяч Реал. И есть на фланге место. Очень хорошо на игру читает. Мастерски.
Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Знаете, есть такая опция — тренировка удара. Грамотные замены – это путь к победе. Этот игрок выходит явно на удержание счета. Девять минут играть в основном времени этого матча. Верчиче. Чуть сильнее он мяч отдал, чем надо было. Без мяча остается Реал. И покидает мяч штрафную. Считанные минуты до конца поединка. Ох, какая нас ждет концовка. Микель Веска. Кордоба. Отдает он мяч партнеру. Опасно как! Отличный удар с лета. Он здорово поймал мяч и классно пробил. Чуть не повезло ему в этом моменте. Не думаю, что замена вытекает из хода игры. Просто, наверное, тренер хочет попробовать разные сочетания. Федерико Вальвер. А основное время заканчивается через 3 минуты. Бэйл. Теряет мяч Реал. Мулин. Авес напрашивается. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Судья добавляет 3 минуты. Бензема с мячом. Подача на дальнюю штангу. Отлично защитник сыграл и разрядил ситуацию. Муньяи. Дани Гарсия. Похоже, что лучшего момента для того, чтобы вырвать ничью, может... И заканчивается эта встреча.